Комсомольске на Амуре утверждена муниципальная программа содействия развитию малого и среднего бизнеса на 2014-2018 годы. В Комсомольске в качестве налогоплательщиков зарегистрировано более 12 тысяч субъектов бизнеса и занято до 25% трудоспособного населения. Принятая программа предусматривает предоставление администрации города фонду поддержки малого и среднего предпринимательства субсидии на осуществление деятельности, предоставление субсидий начинающим предпринимателям, действующим инновационным компаниям. Также в рамках программы будут представляться субсидии на компенсацию затрат, связанных с развитием производства, микрозаймов для малого бизнеса. На базе фонда будут проводиться обучающие семинары, информационные встречи по актуальным вопросам предпринимательской деятельности. Планируется, что в ближайшие 5 лет на реализацию программы из городской казны будет направлено 82 миллиона рублей. В результате реализации мероприятий программы предполагается рост числа субъектов малого и среднего бизнеса на 12%, увеличение доли среднесписочной численности работников на 10%, рост доли оборота продукции и услуг, производимых малыми предприятиями, индивидуальными предпринимателями на 10%. Тарифы на услуги вневедомственной охраны в Хабаровском крае выросли. Индексация произошла, исходя из уровня прогнозируемой инфляции. Устанавливаемая федеральным законом от 3.12.2012 года за номером 216 федерального закона о федеральном бюджете на 2013 и на плановый период 2014 и 2015 годов. Увеличение тарифов производится в соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 7 сентября 2011 года за номером 752. О порядке определения тарифов на оказываемые полицией услуги по охране имущества и объектов граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обеспечением охраны имущества на договорной основе. В Хабаровском крае создан национальный парк «Шантарские острова». Постановление об учреждении национального парка подписал председатель правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев. Согласно документу, особо охраняемая природная территория федерального значения образована на островах Шантарского архипелага, землях лесного фонда Тугура-Чумиканского района и прилегающей акватории Охотского моря. Общая площадь национального парка – 515 тысяч гектаров. Парк будет находиться в ведении в управлении Минприроды Российской Федерации. В островных реках находятся крупные нерестилища лососевых рыб. В акватории Охотского моря регулярно фиксируется появление нескольких видов китов. На побережьях имеются многочисленные лежбища ластоногих животных, в том числе сивуча. Шантарские острова – второй национальный парк на территории Хабаровского края. Первый национальный парк – Анюйский – был образован в конце 2007 года в Нанайском районе.